сегодня в полночь. Ты достойнейший своей расы. Знаешь, как таковым остаться? Я не человек, но и не зверь. Вампир и ликан, оба дети Карвинуса. Ты бы ушла со мной? Тебя схватят и заклеймят, как это уже было с другими. Я всю жизнь пытался жить по их законам. Защищал их. А со мной? Обошлись как с животным. Можем быть рабами, а можем быть ликанами! Другой мир. Восстание ликанов.